Хочу показать процесс переработки кедровых шишек аппаратом Бурундук. Вот аппарат. Приводом является бензиновый двигатель. Бензиновый двигатель. Вверху машинки есть кузов, в который загружается мешок шишек для непрерывной подачи его в барабан. Приемка ореха идет в этот лоток. И дальше в емкость. Давайте запустим мотор. Шишка поступает в барабан. Измельчается. Дальше измельченная сетка идет на решетный штамп, который состоит из двух решет. Орех просыпается на нижнее решето и выходит через вентилятор. Дальше вентилятор отвеивает орех, и орех уже поступает в лоток. Шелуха уходит в отвал. Процесс идет непрерывно. Мешок шишек перерабатывается примерно за 1 минуту. Это производительность этого аппарата. Ну вот, мешок шишек ушел. Посмотрим качество ореха. Золотого ореха не видно. По чистоте нормально.